Вот, но еще как бы оно служит как бы как охра, в принципе, как абразив, а на самом деле это в принципе как меливкас. Просто так как у нас в меливкасе уже содержится клей, вот, поэтому мы добавляем небольшое количество клея, и поэтому у нас золото потом приклеивается. Чем-то этот способ, как вчера вот был на мастер-классе, да, очень похоже, как вчера мы смотрели приклеивание асиста на желатин. В принципе, это очень похоже. Вот, первое, что нам надо сделать, это идеально вышкурить левкас. То есть самое главное вот в этом способе это подготовка. То есть как вы подготовите левкас, такое золочение у вас и получится. То есть левкас должен быть вот идеальный, то есть без единой рисочки, потому что золото оно очень тонкое. Вот, и соответственно повторяет любую там полосочку на левкасе. Вот, поэтому ну вот, можно использовать вот такие на поролоне шкурку, она очень удобна, либо вот такую наждачную бумагу. Начинать надо с 600-й и, соответственно, уменьшать зернистость до 2000-й. Вот очень мощный, да?